Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре Polybag 2003 года с артикулом 5014 хоккей, то есть хоккей. Открываем. Инструкция, как обычно, супер маленькая, которую очень легко порвать, и она уже помялась. Окей, вернусь, когда построю. Момент. Значит, в наборе идет одна и две резинки, значит, в наборе, да? По идее, вот они. Но здесь также есть вот это. Я так понимаю, здесь была еще одна или две резинки, которые лежали отдельно и за 20 лет превратились. Оу, еще и ломаются. Короче, они засохли. Вот. К сожалению, время идет, и этого не избежать. Ладно, просто хотел акцентировать на этом внимание. Все, возвращаюсь к постройке. Итак, я вернулся. То, что было в наборе, это все дополнительные детали. Как для Polybag это много, и это хорошо. Такая деталь была. Правда, она из очень тонкого пластика. Видно, как она гнется. Ну хорошо, правда я такую деталь никогда не встречал, интересно, для чего ее вообще использовали. Окей. Всю сторонку, это тоже. И, значит, два хоккеиста, ну типа. Вообще, если рассматривать их поближе, но видно маска, я так понимаю, из биониклов. Все остальное это техник детали. И также резинки. То есть, зачем вообще это все надо? Эти резинки, вот эта деталь. Вот, значит, он стоит на плоской поверхности. И когда мы давим на вот эту маску, на голову вниз, то вот эта вся деталь, она продавливает здесь. И выходит вот эти два шара. Они разъезжаются. И из-за этого ножки сближаются здесь. И когда, например, какой-то объект есть, да, например, вот эта шайба, быстро нажимаем, и она падает. В общем, принцип действия такой, да. Слабенько. О. Можно вот так либо друг другу пасовать, либо из каких-то своих деталей сделать ворота, и будет мини-хоккей, такая мини-игра. В целом неплохо. Если бы это раздавали в каком-нибудь Макдональдсе, было бы еще круче. Чисто так деткам побаловаться. Ну, интересно. Такие пасы точные были. Неплохо, короче. И то, что здесь вот такие вот маски идут по биониклам, это плюс к набору. Может быть, они вам нужны будут или лишними в коллекции не помешают. Ну что ж, друзья, на этом все. Такой вот коротенький обзор. Ну, какой набор, такой обзор, да? Точнее, даже не набор, а Polybag. Всех благодарю за просмотр. Не забывайте вступать в наш чат LEGO in Ukraine в Телеграме, ссылка будет в описании. Также не забывайте, что сейчас проходит конкурс. Один из призов это новый LEGO Star Wars Battle Pack по 501 легиону. Еще раз всем пока и слава Украине!